Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Сейчас будем загружать тележку на проверку приемки. Поедем сегодня на вторчермет, сдадим тройку, длинномер и длинную находку сейчас покажу, которую мы копали два дня. Окопа неудачного. Ну, два раза ездили, утром-то, потом с обеда. В резерв я еще брал поилочку, еще там вал. И вот у нас 36 килограмм, 200 грамм. Сейчас, получается, загрузим тройку вот эту мелкую. Это у нас жестянка лежит, она пока остается. Это моя наковальня, она не сдается. Здесь трубы толстостенные. Вчера тут еще две трубки хайджеком вырвали. Швеллерок на сдачу пойдет. И на сдачу у нас пойдет вот эта труба. Сейчас я к ней приварю две петельки, чтобы можно было загрузить и взвешить. Пока я там приварил петельки, сыночек уже догрузил. Что-то ставь мне. Остатки. Так, 76 400. Сейчас запишем. Записываю пока. Вот столько в ванной. Троечку бывает потихоньку. Так, и вот я приварил петельки с шестерочки. Ну-ка раз взвешиваем ее нормально, потому что я не знаю, сколько она весит. Тогда пробовали, что-то в районе там 70, может больше она весит. Ну такая хорошая находочка. Но на чистом внутри все, мы как бы тогда выстучили. Там у нас ни грунта, ничего нету, все четко. Тяжелая? Ну вот как получается, вариатор у нас 70 килограмм, понимаете, понятно? Что, серьезно? Так тяжело? Я что-то как-то налегке кручу. Дай. Так, поехали. Опа. Все. Включи трещотку. Другую сторону. Маленько еще назад верни. Ага. Иначе тебе надо полегче поставить. Рычаг переставить, будет легко поднимать. Двускоростная лебедка. Так, выгружай пока. Сейчас я провод смотаю, будем дальше грузить. А сейчас, наверное, к заду грузи пока. Загрузили еще одну ванну. Вес у нас 75 300. Ну, округлим до 75. Было 75. 300 грамм еще. Вот, неплохо. Мелочь кончается потихоньку, еще на ванночка у нас одна будет, и все. Так, тройку короткую всю догрузили. Остатки у нас 64 500. Вот так уже у нас в прицепе. Сейчас будем грузить длинномер. Сейчас кран туда переведу. И там будем взвешивать. И в оконцовке перееду сейчас и загрузим вот эту трубу. Часть длинномера загрузили, все висит, вес у нас 48,3 килограмма, здесь еще швеллера, вон так конструкция, сейчас тоже загрузим, сейчас это перегружу, еще прицепик у нас растет вес, хорошо, два швеллера, это конструкция, рамка какая-то, 55,8. А? 56,2. 56? Да. А, ты 56 писал? Нет. 58 же было. Да. О, значит, перепишем на 56,2. Нормально. Хоть место освободится. Останется у нас кучка жести. Но мы в следующий раз в Ленинград тоже заберем ее.
А взвешивать я ее не буду. Что-то реально будет неудобно. Все, сейчас выгружаем и подъезжаем туда, взвешиваем ту трубу. А, загрузили мы большую находку. Вес ее 69,3. Сундучек поднимаешь, наверное, да? Да, наверное, наискосок. Длина ее 2 метра 555. Нормально. Сейчас подытожим и подпишу вес. Сколько будет вес общей у нас загрузки. По пути хочу сдать один радиатор. Так уж пришлось. Металла мало. Денег надо маленько. Вес у нас 24,3. Посмотрим, сколько будет скидка. Ну и сколько будет у них он на приеме. Я его мыл, продул, почистил. Вот такой вот радиатор латунный от комбайна. Долго, конечно, я его мыл. Он даже вот на просвет через сот, видать, хорошо. Хороший радиатор. Ну и вес у него приличный. Все, сейчас подытожу вес, посчитаю и скажу, сколько у нас будет по весу. Снимаем кран. Едем в город. Время у нас 9.07. Яшка, не стучи, пожалуйста, пока. Так, ну вот, все посчитал я. У нас 425,9 килограмма черного металла и латуни 24,3. Все, выдвигаемся на приемку. Потихоньку подъезжаем уже. Это, правда, дорожка такая. Часть дороги закатали, вообще классно было ехать. Давно я тут не был. На всякий случай взял паспорт, на Турсельмете я регистрировался. Год, 2 года назад. Последний раз у них сдал в прошлом году в Хакасии еще, когда был. Так что тут маленько осталось. Раньше вся такая дорога была, тут она 3 или 4. Думал, все сделали. А там склад Пятерочка открыли большой. Но до него дорогу сделали. А дальше все. Ну, а еще более-менее ездить можно. Уже недалеко осталось. Давно это не был. Тут просто промзона огромная. Интересное место для копа, рядом ходить. Только сейчас с травы выше крыши. Трава большая уже. Уже маленько осталось, скоро подъедем. Я тут не был. Сюда сколько, наверное, года 2, наверное, не ездил. Именно на эту приемку. Написано на сайте 395, черный по 16 ровно. Сейчас скажу, узнаю.
Ну, а цена написана тут 375 получается, а с приемщиком поговорил, 395 вроде как латунь. Так, Беречка нам надо как-то... Чудеса. Данные мои есть. Тройка, тройка, тройка. Перчатки мне разные. Так, радиатор завешали 24. Дом у нас он был 24 300. Так, ну все, мы отгрузились. Тоже этот семейный подряд. Так, ну все, мы с сыночком, говорится, отчитались, сдали. Расчет за нал, говорится, долгий, столько бумаг заполнять. По весу, кстати, четко у нас получается грязным 422 килограмма. Ну, 3 килограмма считаю, это нормально, плюс-минус. Вот так отлично, сейчас покажу, квиточек даже дают, вообще классно. Вторчермет проверку прошел. Отлично. Единственное, как бы за наличку долго, у меня карт нету. А вот радиатор от комбайна без крышек вышел на 9480. Вообще отлично, у нас дома еще один есть. Но мы его сдавать пока не будем. Помоем, приготовим, будем ждать цену. Неплохо. Все, друзья, едем домой. Всем добра, всем пока. До встречи на копе. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен.